Если вы постоянно сидите за компьютером или ваша работа связана с сидячим положением, если вы много ездите за рулем или у вас частые перелеты, проще говоря, если у вас болит спина или поясница, то это видео специально для вас. Вы находитесь на канале Зарина. Меня зовут Вика, и я сертифицированный тренер. Сегодня мы вместе выполним практику, которая поможет укрепить мышцы спины, а кому-то даже справиться с изнуряющей болью. Обязательно выполните этот комплекс до конца, для того, чтобы не пропустить эффективное упражнение, которое поможет расслабить мышцы спины после тяжелого дня. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, для того, чтобы большее количество людей увидело данный ролик. Ну а сейчас перемещайтесь на коврик и давайте начинать. Сядьте удобно и скрестите ноги перед собой. Если возникает какой-то дискомфорт в области тазобедренных суставов, то подложите либо плед, либо подушечку и сядьте уже на небольшую возвышенность. Сделайте глубокий вдох и на вдохе потянитесь макушкой наверх, почувствовав, как позвоночник начинает удлиняться. С выдохом опустите плечи и лопатки вниз от ушей. Снова сделайте глубокий вдох и постарайтесь настроиться на практику. С выдохом все сторонние мысли отпустите из своей головы. Переведите фокус внимания в макушку, зафиксируйте шейный отдел позвоночника либо руками, либо просто застабилизируйте шею и начните вращать головой по кругу. Представляю, что голова – это небольшой шарик от пинг-понга, который скользит по воде. Также ваша голова скользит на самом первом позвонке, мягко его смазывая. Движение головы параллельно полу. Мы двигаемся по часовой стрелке. И затем поменяем направление, продолжая тянуться центром макушки как можно выше. Зафиксируйте голову в центре и начните ухом тянуться в потолок, опуская голову сначала в одну сторону, затем в другую. Мы выполняем боковые наклоны головы. И я напоминаю, что здесь ухом мы тянемся наверх. Мягко растягиваем шею. Далее направьте подбородок наверх, вытяните переднюю линию шеи и далее опустите подбородок к ямочке, которая у вас находится чуть выше груди. Со вдохом кончик носа, подбородок направляем наверх и затем смещаем подбородок вниз, вытягиваясь через подзатылочные бугры в потолок. Верните голову в центр и выполните повороты из стороны в сторону, проскальзывая подбородком параллельно полу. Далее мы начинаем рисовать подбородком перед собой небольшие круги, смещая подбородок вниз, вытягивая вперед и проскальзывая им наверх. Продолжая описывать подбородком круги перед собой, уведите голову сначала к правому плечу и затем к левому. Я напоминаю, что двигаемся мы в зоне комфортных ощущений. Плечи стабильны. Двигается только голова и шея. Далее поменяем, рисуем круги, но уже подбородком тянемся наверх, вперед и вниз. Также уводим голову сначала в правый бок и затем в левый.
Верните голову в центр и теперь фокус внимания перенесите в область лопаток. Мягко прокручивайте их относительно грудной клетки, поднимая плечи наверх, уводя их назад и проскальзывая лопатками вниз. Раскрываем грудной отдел. Пробуждаем тело. Далее мы поменяем направление, продолжая скользить лопатками по грудной клетке. Поднимите их наверх, скруглите слегка верхний грудной отдел, выведите их вперед. Еще 4, 3, 2, 1. Найдите нейтральное положение. Начните смещать лопатки теперь вверх и вниз. Я руками показываю движение. Ваши лопатки по грудной клетке идут в противоход. То одно плечо поднимаем наверх, противоположное тянем вниз, то другое. Сделайте вдох, поднимите обе руки и здесь ключицами потянитесь как можно ниже, для того, чтобы ваши плечи не поднимались к ушам, да, а опустились и ваша шея удлинилась. Далее начнем смещаться в боковые наклоны, удерживая шею длинной. Покачиваемся из стороны в сторону и рука здесь помогает раскрывать ребра. Раскрываем ребра, растягиваем их в разные стороны. Еще 4, 3, 2. Останьтесь в боковом наклоне и продышите правый бок. На вдохе растяните межреберные мышцы, вдохните в правую сторону и с выдохом половинкой таза правой потянитесь к полу, а руку удлините. Снова глубокий вдох в правую часть корпуса, расслабленный выдох, и мы меняем наклон. Накрываем себя левой рукой, продолжаем работать с длинной шеей. И теперь потоки воздуха мы направляем в левое легкое. Делаем глубокий-глубокий вдох в левую часть ребер. С выдохом уходим глубже в наклон. Левую половинку таза тянем вниз. Через кончики пальцев этой же руки тянемся в диагонали, удлиняя корпус. Еще раз глубокий-глубокий вдох. Выдох. И далее попрошу вас принять положение квадрупед, сместиться на 4 точки опоры. Зафиксируйте грудной отдел и начните движение тазом. Мы выполним упражнение «Тазовые качели». Здесь у нас будет работать поясничный отдел позвоночника. Ваши бедра поддерживают таз, и таз начинает покачиваться вперед и назад. Когда вы начинаете скругляться, мышцы спины в нижней части приятно удлиняются, поясница расслабляется, и затем подкручиваем копчик наверх, избегая дискомфорта. Если чувствуете, что где-то появились неприятные ощущения, упражнение сопровождается болью, убирайте амплитуду и работайте только там, где вам комфортно двигаться. Попробуйте повращать тазом по кругу. Продолжая стабилизировать грудной отдел. Движение только в нижней части корпуса. Плавное движение. Мягкое, комфортное. И далее меняем направление. Двигаемся уже в противоположную сторону. Найдите центр
И вот теперь мы скругляем полностью спину, руками толкаемся от коврика, голенью проталкиваем коврик вниз. И в этом положении постарайтесь полностью расслабить шею. Пускай ваша голова вытягивает шейный отдел позвоночника. Пускай ваш пупок тянется наверх к спине. Со вдохом направьте грудь вперед и опустите лопатки вниз от ушей. Почувствуйте, как у вас раскрылся грудной отдел. Затем с выдохом снова подкручиваем таз. Равномерно округляем позвоночник, тянемся пупком вовнутрь. И со вдохом противоположное движение, прогиб. Сместите корпус в правую сторону, оставляя колени на месте. Ладони поставьте мимо коврика, зафиксируйте это положение и на выдохе округлите здесь спину. Задержитесь в небольшой статике. Поменяйте положение корпуса. Смещаем руки в противоположный бок, ставим их мимо коврика и также на выдохе округляемся. Расслабляя шею, расслабляя полностью голову. Смещаемся обратно в центр. И сейчас мы с вами будем подключать мышцы брюшного пресса. Продавливая правой ладонью, левой голенью коврик вниз, со вдохом вытяните левую руку и правую ногу вдоль пола. Потянитесь левой ладонью к правому колену. Найдите упор. Вновь вытяните руку и ногу вдоль коврика и поменяйте положение. Теперь левая рука, правая голень погружается в пол. Со вдохом противоположная рука и нога взлетает легким движением над полом. Далее ладонью мы находим упор в бедро, вытягиваемся и продолжаем работать. Вдох, выдох, толкнули ладонью бедро, вытянули корпус и поменяли. Спина находится в нейтральном положении, в пояснице у нас зафиксирован естественный прогиб, сильная мышца живота. Мы здесь стараемся не проваливаться в области плечевых суставов и тазобедренных. Чуть усложним движение. Мы вытягиваем руку и ногу вдоль корпуса. И теперь на выдохе подтягиваем живот в себя. Тянемся теперь локтем к противоположному колену. Вдох, прямая линия. И далее смена. Снова тянем пупок вовнутрь. Локоть встречается с противоположным коленом. Вы вытягиваетесь в одну линию и меняете положение. И еще по одному разу. Вдох, правая рука вперед. И левой рукой мы заканчиваем данное упражнение. Смещая таз назад, провожая ладонь взглядом, начните рукой раскрывать грудной отдел. Уводим кисть назад.
поднимаем ладонь наверх, взглядом провожаем руку, продолжаем работать с позвоночником. Сместите теперь таз к пяткам, опустите живот к себе на бедра и поставьте руки вниз на предплечье. На вдохе начните сближать лопатки друг с другом, проворачивая грудной отдел в сторону потолка. И поменяйте положение. Вдох, лопатки тянем друг к другу. Через макушку мы все время вытягиваемся. Шею в плечи не прячем. И теперь только правую руку приподнимаем наверх. Сближаем лопатки друг с другом. Далее, направляя мизинец правой руки вовнутрь, вытянитесь рукой в диагональ. Верните лопатку и опустите предплечье вниз. Повторите все то же самое с другой стороны. Вдох, сближаем лопатки друг с другом, направляем мизинец вовнутрь, вытяните руку вдоль, согните. Локоть верните, предплечье обратно на коврик. Вдох, выдох, удлиняем бок и возвращаемся. Еще по одному разу. Опустите живот на коврик, опустите грудной отдел и оставьте руки согнутыми в локтевых суставах до угла 90 градусов. Мы с вами сейчас примем положение разгибание, то есть мы приподнимем и грудной отдел, и ноги, напрягая спину, ягодицы и заднее бедро, будем удерживать данное положение в течение 20 счетов. Далее я попрошу вас опуститься вниз, дать себе небольшую паузу для того, чтобы отдохнуть, и все то же самое мы с вами повторим еще раз. Итак, оттягиваем ребра как можно дальше от таза, удлиняем нижнюю часть спины, погружаем кости таза в пол, делаем вдох и приподнимаемся наверх, вытягиваем шею, взгляд удерживаем перед собой, напрягаем ягодицы, зажимаем их, зажимаем заднее бедро и держим статику, держим 10, 9, 8, подвигайте пальчиками рук и ног, убедитесь, что там нет скопившегося напряжения, 5, 4, 3, 2, 1, еще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опуститесь вниз, покачайте бедрами из стороны в сторону, дайте возможность отдохнуть себе. И мы с вами заново приподнимаемся наверх, удерживаем статику, 20 счетов, положение уже нам знакомое. Вдох, приподнимаемся, держим, 10, 9, длинная шея, плечи внизу, 8, 7, 6, 5, не забываем дышать, 4, 3, 2, 1, и еще 10, 9, ноги поднимаем выше, 8, 7, грудную клетку выше, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опускаемся вниз,
Толкните таз на пятки, захватите себя сзади за стопы. Слегка расслабьтесь. И как будете готовы, развернитесь на спину. Аккуратно подхватив себя за бедро, перекатом опуститесь вниз. И вот сейчас будет то самое упражнение, которое классно выполнять вечером, когда ваша спина устала, для того, чтобы размять ее, разгрузить и снять лишнее скопившееся напряжение. Для этого поставьте стопы параллельно друг другу, расправьте лопатки в разные стороны. На выдохе начните подкручивать таз, вытягиваясь коленями вперед. Приподнимите таз наверх до одной прямой линии с корпусом. Здесь начните смещать таз из стороны в сторону, как бы покачивая его то влево, то вправо. При этом он у вас остается все время на весу. Опуская таз в правую сторону, тянитесь левым коленом вперед. И наоборот, опуская таз в левую сторону, через правое колено тянитесь также вперед, в противоположную сторону от головы. И как бы вы с помощью ног помогаете тазу двигаться. Опустив таз в левую сторону, начните, округлив спину, прокатываться спиной по полу, опуская позвонок за позвонком, спину на пол и в нижней точке доведите таз до нейтрального положения, выровняйте тазобедренные суставы. Продавливая стопами пол, подкручивая таз, округлив поясницу, начните медленно приподниматься наверх, отрывая сегмент за сегментом позвоночник от пола. Далее опустите таз в правый боковой наклон и, округлив, подкрутив его на себя, по правой стороне мы начинаем прокатывать ребра, мышцы спины, плавно опуская таз обратно на коврик в нижней конечной точке, выводя его обратно в нейтраль. Снова откатываемся тазом назад, удлиняем поясницу, прижимаемся ей сначала к полу и затем, продавливая стопами пол, приподнимаемся наверх. Опускаем таз в левую сторону, подкручивая его, мы начинаем прокатывать спину по левой стороне. Доводим до нейтрали положение, снова приподнимаемся наверх, скручиваем таз справа и теперь по правой стороне опускаемся на коврик. Нейтраль. Получается своеобразный самомассаж. Хорошо. Найдите нейтральное положение и теперь прижмите поясницу, уведя таз в задний наклон. Приподнимите правую ногу, вытяните ногу в коленном суставе и немного поработайте здесь стопой. Натяните носочки, носочек на себя и далее потянитесь им наверх. Выполните 3 круга стопой в одну сторону и 3 круга стопой в другую. Начните вытягиваться через арку стопы в потолок и оставьте поясницу прижатой к полу. Уведите руки за голову и всю нагрузку от головы оставьте в ладони. Мы начнем прорабатывать мышцы брюшного пресса. На выдохе приподнимаемся наверх и мы как бы нижними ребрами тянемся вовнутрь и проскальзываем ими вперед. Затем плавно опускаем вниз спину, позвонок за позвонком. Снова на выдохе вы приподнимаетесь наверх, отрывая лопатки от пола. Со вдохом опуститесь вниз.
Еще выдох. 8. Мы стараемся работать с плоскими мышцами живота. Живот наверх сильно не надуваем. Выдох. 7. Шея не напрягается. Руки помогают держать вес от головы. 6. Наверху небольшая пауза. Выдох. 5. Три. Прячем живот в себя. Продолжаем пупком тянуться вниз. 2. Один. И нам осталось поменять положение ног. Правую ногу опускаем вниз. Левую ногу вытягиваем наверх в колени. Поработайте немножко и здесь стопой. Стопа на себя. Затем носочком тянемся наверх. Буквально 3-4 повторения. 3 круга стопой в одну сторону. И в другую. Теперь через центр стопы потянитесь наверх. Застабилизируйте таз. Старайтесь не смещаться больше на левую ягодицу, а удерживайте весь тело посередине. Уведите руки за голову и на выдохе точно так же приподнимитесь наверх. Приподнимайтесь наверх до опоры в задние ребра, отрывая лопатки от коврика. Выдох. 8. Выдох. 7. Если тяжело удерживать ногу в таком положении, согните колено и немного облегчите себе задачу. Еще 4. 3. 2. Один. Хорошо, опуститесь вниз. Опустите вниз левую ногу, поставьте ногу на пол и развернитесь теперь на бок. Лягте комфортно на любой бок и выровняйте пятки, таз, грудную клетку и голову в одну линию. Нижнюю часть живота напрягите и подтяните пупок в себя. Нижняя треть у вас будет в напряжении. Сейчас ваш бок прижимается к полу, и мы поработаем в тот момент, когда вы начнете отрывать нижний бок и напрягать его, поперечная мышца живота. Здесь тоже держим 20 счетов, далее меняем положение на другую сторону. Низ живота проверили, здесь у нас присутствует некая жесткость. Нижний бок мы теперь отрываем, да, от коврика можно просунуть ладошку и фиксируем положение. Держим 10. 9. Можно себя потрогать, убедиться, что мышцы работают, они будут жесткими. 8. 7. Не забывайте дышать. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Опорной рукой помогите себе приподняться наверх и сместитесь на противоположную сторону. Точно так же голова, грудная клетка, таз и пятки у вас находятся на одной линии. Нижнюю часть живота мы напрягаем. Сейчас проваливаемся нижним боком. Нижнюю часть напрягаем. И теперь, оставляя напряжение в нижней трети живота, отрываем нижний бок, напрягаем и держим 20 счетов статики. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, и еще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Последнее упражнение на сегодня.
разворачиваемся на спину. На выдохе приподнимаемся наверх до опоры в задние ребра. Сохраняем небольшой естественный прогиб в области поясницы. И начинаем тянуться руками к одноименной пятке. Сокращаем правый и левый бок. Широкие ключицы, лопатки расправлены в разные стороны друг от друга. Не забывайте дышать. Еще 5, 4, 3, 2, 1. Опуститесь вниз и вытянитесь в одну линию. Подтяните колени к груди. Расслабьтесь, покачавшись в разные стороны. На пояснице. Далее, округлив спину, перенесите вес тела вперед. Друзья, на этом наше с вами занятие подошло к концу. Я очень надеюсь, что оно оказалось для вас максимально полезным. Надеюсь, что каждое движение давалось вам с легкостью, и вы насладились этим комплексом. Ну а я на этом с вами прощаюсь. До встречи в следующем ролике.